С Верой в спорт. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Вера Власова. И я рада сообщить, что на Кировское эхо наконец возвращается спорт. Программа, которую мы назвали «С Верой в спорт», будет выходить по средам с 2 часов. Повтор программы в субботу в 11. Здесь мы будем говорить о любительском и профессиональном спорте. И первую программу, которую мы записали еще 9 декабря, с человеком, хорошо известным всем тем, кто так или иначе к спорту имеет отношение, Максимом Журило, когда тот посещал Киров. Слушаем, вдохновляемся. Отправляемся на новые свершения и на новые цели. Добрый день, меня зовут Вера Власова. Сегодня в гостях нашей программы Максим Журило, основатель крупнейшей в России школы бега для любителей I Love Running, школы плавания I Love Swimming и велошколы I Love Cycling. Максим пробежал крупнейшие марафоны мира и не единожды преодолел дистанцию Ironman. А также Максим является первым из россиян, кто вплавь преодолел Гибралтарский пролив. Все верно, Максим? Да. А сколько раз вы Ironman одолели? 6. 6 раз? Да. На данный момент. Сколько еще в планах? Ну, сейчас жизнь длинная. В следующем году как минимум 1. Ну и дальше. То есть в год по одному? Ну, я иногда пропускаю, иногда делаю по 2. Вот. Понятно, то есть наверстываете. Наверстываю, да. Отлично, давайте для начала поговорим о школе I Love Running. Насколько я понимаю, это очень любопытное явление, где учат техники бега тех, кто со спортом, может быть, даже с беговым спортом, не соприкасался вот на протяжении своей предыдущей жизни. Так ли это? Ну да, это школа для взрослых. То есть, когда человек действительно не занимался в детстве спортом, например, ну или давным-давно это было, и хочет начать бегать, и, ну, особенно у него есть какие-то мысли по поводу амбициозных целей, там, типа, не знаю, полумарафона или марафона, то техника бега — это один из аспектов, он не единственный. То есть, типа, как правильно дозировать нагрузку, там, контроль пульса, там, правильное составление тренировочного плана, там много нюансов. Вот. Но это тоже одна часть. То есть это непосредственно уже подготовка. И есть еще наша такая важная миссия — это мотивация. То есть вот. Вдохновить людей, да, на подвиги. Как раз с этим были связаны мои последующие цать вопросов, да, потому отлично. Что история знает множество примеров и среди кировчан, и тем более, наверное, среди жителей столицы и других стран, которые, несмотря на, может быть, как-то патологический какой-то страх преодоления этих препятствий, ставили себе цели и их достигали. Давайте все-таки немножечко продолжим еще про I Love Running, потому что хочется разобраться. Ну, мне кажется, для Кирова это самая понятная, самая доступная история, поскольку у нас есть где побегать, у нас прекрасный ландшафт, да, холмистая местность, места много, да, и, собственно, есть прекрасное движение, как раз I Love Running, которое в Кирове развивается очень активно. Расскажите, пожалуйста, про специалистов, которые у вас в этой школе преподают, вот эти аспекты, которые вы озвучили, с какой периодичностью, с каким постоянством преподаются в школе? Ну, у нас есть, как, во-первых, у I Love Running есть филиалы в разных городах. Угу. Да, Киров, и даже в нескольких странах, насколько я понимаю. И даже не, 8. 8 вот, стран. Точно, да. А городов 50, кстати. 50. Да, на этой неделе мы отметили юбилей. Юбилей. Ну, а какой город стал 50-м? Хабаровск. Хабаровск. Угу. Вот. А, да, 8 стран, но это страны в основном вокруг России. Это Казахстан, Киргизия, Латвия, Эстония, Украина, Беларусь и одна дальняя страна — это Объединенные Арабские Эмираты. Почему именно там? Ну, так как мы открываемся там, где есть люди, которые хотят открыть, вот, ну, там были люди, которые хотели открыть. Это хотели русские вы... или... Да, да, да. Это, ну, причем это там мои хорошие знакомые. Это как раз мой напарник по Гибралтару, мы вместе плыли. Но он, правда, живет в Дубае постоянно, и в какой-то момент у него появилась идея открыть тоже I Love Running, I Love Swimming, и начать вовлекать людей в спорт, потому что там тоже для этого есть там все возможности. А неужели в других странах, ну, в Нью-Йорке, я слышала, что это крупнейший марафон в мире. Неужели там нет таких школ? Ну, прям вот в таком формате, как мы делаем, особо нет, если честно. То есть мы как-то его сами придумали и сами развиваем. То есть формат в смысле, что поставь цель и подготовься с нами к цели. В формате просто тренировок, там, регулярных или частных, или каких-то еще, конечно, это в развитых странах есть. Вот, а в формате групповой подготовки к цели, ну, особо нет. Вот. Мы, кстати, думаем сейчас об открытии филиала в Нью-Йорке. У нас есть тоже там потенциально
команда, которая хочет в Нью-Йорке открыть Эллоринг. Вот. Я не знаю, насколько... Ну, то есть это супер амбициозно, и они там отдают себе отчет, наверное, что они хотят сделать. Ну, посмотрим, получится или нет. Замечательно. Кто люди, которые к вам приходят? Ну, еще предыдущий вопрос был, кто это все устраивает. Эксперты. То есть у нас, да, есть команды ребят в городе, которые сами заряжены спортом, им нравится это, и им хочется вовлекать других людей, и там быть примером, и... там, быть поддержкой. И есть команда профессиональных тренеров. Собственно, это те люди, которые уже непосредственно ведут тренировки. У нас единая система методологическая для тренеров и обучение для тренеров. Вот. То есть тренеры, которые работают в городах, они там периодически приезжают в Москву для того, чтобы свериться с курсом. Угу. Вот. Ну и плюс там мы... Какие-то курсы переподготовки? Ну да. Ну даже не переподготовки, а повышение, да, квалификации. Угу. Потому что на самом деле, да, все меняется. И в спорте, в том числе, и в любительском спорте, и в, там, в отношении к, там, к нагрузке. Поэтому то, что работало там 30 лет назад, не факт, что там супер актуально сейчас. Почему? Ну, как почему? Ну, наука же не стоит на месте. Угу. Вот. Методики новые открываются. Методики и тренировки. Да, методики, тренировки. Они меняются. Это связано со здоровьем или с преодолением за меньшее количество времени большей дистанции? Ну, примерно так, да. То есть это связано с эффективностью. Uh-huh. То есть чем больше изучается там спортивная наука, тем больше люди понимают, как там эффективнее строить тренировочный процесс. Как тренироваться меньше, при этом там показывать лучший результат. Там, если мы говорим о взрослых людях, ну, то, о наших учениках, то там цель в виде каких-то достижений там призовых мест, таких целей нету. То есть у нас есть цель это там сохранить, приумножить здоровье, mm-hmm. и при этом добавить какого-то разнообразия в жизнь. Вот. Там тоже, ну, как бы наука не стоит на месте. Вот. Угу. В том числе, например, медицина спортивная. В связи с этим актуальный вопрос. Давайте. Что касается препаратов, которые используют для бега, для улучшения своих навыков, нет ли там чего запрещенного у вас? Ну, мы никакие не используем препараты. Совсем никакие? Но это не требуется. То есть, так как целей там выигрывать или, ну, таких профессиональных целей у нас нет, вот, то как бы зачем использовать? Именно курс на оздоровление. Ну, конечно. Ну, то есть препараты правильная в виде работа там, организма. Витаминов, да, наверное, можно. Ну, какие-то БАДы, можно. Да. Да, ну, а, собственно, там, не знаю, анаболические стероиды как бы не имеют смысла в нашем с вами случае. В принципе, они нам даже с вами и не помогут сильно. Так что, да. Вот. И тут, ну, как бы это важный вопрос еще в том, как бы тоже в чем, в том числе, там, наша миссия, как я ее, по крайней мере, там, для себя вижу, это в изменении отношения к спорту. То есть так получилось, что, ну, там, советское наследие как бы делает спорт в России очень профессиональным явлением, причем существующим там на государственные деньги. А у любительского спорта, у массового спорта... Ну, была, вы ее застали? Это физкультура? Ну, конечно, в школе, как минимум. Ну, да. Она привила любовь к регулярным занятиям. А не любит зарядки с утра. Ну, вот это единственное, что она делает, да. То есть у нас в Эллоринг приходят люди, мы там через какое-то время, чтобы группа лучше познакомилась, делаем завтрак объединяющий. И на этом завтраке там каждый практически, когда рассказывает о себе, начинает с фразы там, «со школы я ненавидел бегать». Вот. Ну, то есть это единственное, что делает школа, к сожалению. Вот, то есть, ну, спорт поляризован, то есть есть профессиональный спорт, там, сборная России, не знаю, Олимпиада, на которую сейчас она не едет, ну и так далее. А вот большого массового спорта, в котором, там, допустим, вы, я, там, Андрей и все остальные участвуем, просто потому что нам это нравится, потому что у нас есть такие цели, потому что это хобби, фан, ну, такого как бы немного было, ну, в последние, там, десятилетия в России. Мы как раз создавали Эллоринг в том числе, чтобы это создать, чтобы сделать спорт нормальным, перевернуть эту пирамиду. То есть во всем развитом мире профессиональный спорт — это верхушка пирамиды, mm-hmm. которая стоит на огромной как бы, пирамиде любительского спорта. И, в принципе, чем больше пирамида любительского спорта, тем меньше, например, государству надо участвовать в верхушке. Ну, допустим, там в таких странах, как Норвегия, государство практически не участвует в профессиональном спорте, потому что он может существовать за счет любителей. И, если не ошибаюсь, именно там 5 миллионов человек проживает, 4,5 занимаются спортом. Да, причем аутдор, то есть на улице. Это, да, фантастический процент. Ну, даже если взять, там, ну, Норвегия — это уникальный случай. Там, взять, например, Соединенные Штаты Америки, там, из 350 миллионов человек 52 миллиона регулярно бегают.
52 миллиона, это каждый седьмой человек. У нас здесь четверо, еще трое идут по улице, и вот как бы... То есть вот в любой семерке как бы один должен бегать. Вот так у нас не... Ну, у нас такого... А Россия достичь этого? Ну, я убежден, что да, просто со временем. А любительский спорт, он прямо пропорционален уровню образования и дохода. То есть чем выше уровень образования и дохода в обществе, тем выше проникновение любительского спорта. Почему? Ну, чем умнее и богаче люди, тем больше они думают о себе, вот и все. Думают о себе. Ну, конечно. Мы постепенно подходим к вопросу о беге как личностном росте. Я вот могу пример привести. Давайте. Я вчера вечером, почему я там не смог нормально сюда прилететь, и пришлось вот этот весь этот трип на поезде осуществлять. А я вчера вечером выступал в компании McKinsey. Это консультанты, которые, ну, собственно, это как шутят про McKinsey, это... как лучшие умы, вот, собранные там в одном месте. То есть это такая уникальная компания, которая занимается там поддержкой бизнеса, государства и так далее, там разрабатывает стратегии. И ну, я периодически в разных компаниях выступаю. И ну, вот яркий пример с McKinsey, что чем выше как бы, интеллектуальный уровень сотрудников и уровень дохода, вот, тем выше количество, ну, выше процент людей, которые занимаются спортом. Вот. А чем ниже уровень компании, тем меньше людей там занимается спортом. Это всегда так. Так же любое общество. Они занимаются чем-то иным, мне кажется. Конечно, иным, потому что интересы людей разные. То есть, чем выше у тебя, чем больше ты знаешь, чем выше у тебя уровень образования, тем больше ты понимаешь, что там жизнь не бесконечна, там, что можно больше заниматься своим здоровьем, что можно жить интересную жизнь, что можно ставить цели, там, а не сериалы смотреть, ну и так далее. Вот. Поэтому это как бы прямая корреляция. И отвечая на ваш вопрос, придем ли мы когда-то к там такому рейту, например, как в США, ну, придем, когда наш уровень дохода и уровень образования будет, ну, туда придет. Вот, это все вместе придет. Причем мы можем влиять на то и на другое, на уровень дохода свой, можем влиять на уровень образования, можем влиять, соответственно, на цели, мы тоже ставим сами. То есть все зависит от человека, от самого, чего он в жизни хочет. Ну, типа того. Отлично. Ну, учитывая, что в Кирове у нас все больше и больше спортивных мероприятий любительского формата проходит, а в Москве том, я вообще молчу. Да. Общество развивается, это здорово. Да. И возвращаемся к вопросу о том, кто является вашими учениками. То есть это те люди, которые уже достигли того морального, социального уровня, когда они сами захотели этого достичь, что вот они хотят двигаться дальше, ставить себе цели на саморазвитие именно физическое. Правильно я понимаю? Ну, конечно. Ну, то есть мы никого не заставляем. То есть, да, мы не занимаемся там загоном, не знаю, людей насильно занятия бегом. Ну, это же не физкультура в школе, конечно. Да, вот. И я вообще категорически против всех этих насильных вещей. То есть, там, условно, та же физкультура в школе — это огромный, ну, для такого реформирования кусок образования. Потому что, ну, то, что сейчас она делает, да, это полностью, как мы с вами выяснили, отбивает желание у людей этим заниматься. То есть она явно должна быть переосмыслена, она явно должна быть переустроена. Но не бывает только у единиц, которые имеют какие-то достижения, и, допустим, в этом же беге показали хорошие результаты, и тренер их, преподаватель физкультуры их продвигает дальше. Тогда да, тогда интересно. Ну да, а тут тоже вопрос, вот с точки зрения, например, развития, ну, нужны ли эти достижения, нужно ли выделять там отдельно, не знаю, 1% детей с этими достижениями, или для нас более важны 99% детей, которым, может быть, у них не получается эти достижения, может быть, они им даже не нужны. Вот, кстати, Норвегия, хороший пример в этом плане, Норвегия не поддерживает на уровне государства никакие детско-юношеские соревнования, международные, типа универсиады там и все остальное. Почему? Ну, потому что они считают, что детский компетишн такой, который выходит на профессиональную типа плоскость, это плохо. Очень интересно. У нас, по-моему, все совершенно иначе. Ну да, перевернутый мир. Ну то есть это как бы вопрос философии. Почему Норвегия считает, что это плохо? Потому что Норвегия считает, что дети должны как бы развиваться в ну, нормальной как бы, такой естественной среде. Mm-hmm. Да. Поэтому они делают детские соревнования, да, у себя сами. На этих соревнованиях обычно нет никаких там, ну, там галочек, зачетов или там медалей, что ты вот молодец, а ты нет. Потому что это дети. Потому что задача, чтобы им это нравилось, чтобы они хотели там на этих лыжах кататься, и не за то, чтобы выиграть там премию, а за то, что им нравится кататься на лыжах. Вот. И
Потом, когда спортсмен дорастает уже до возраста, там, например, 21 год, когда он выходит во взрослые, то там уже, пожалуйста, ты можешь участвовать на любых соревнованиях, каких хочешь. Но до этого, там, ну, Норвегия... Ты тоже можешь, но Норвегия это никак не будет поддерживать. Вот поэтому, например, норвежской сборной нет ни на одной универсиаде. Вот, как раз про это хотела сказать, да, что у нас система ценностей такова, насколько ты достигнешь, чего ты достигнешь там к определенному возрасту, к 21 году. У нас же некоторые спортсмены уже 21 год уже считаются, что они не котируются. Ну да, это профессиональный спорт, то есть это очень узкая прослойка. Действительно, там такие виды, как там, гимнастика, фигурное катание и так далее. Да, там уже потом сложно. Ну вот поэтому, например, норвежцев там нет особо. Потому что у них как бы другая... Потому что им этого не надо. Ну да, но это, опять же, это зависит от уровня как бы развития общества и от целей. То есть в России просто спорт — это... Ну, это типа вот все, что там с престижем страны начинает знак равенства ставиться и так далее. Хотя, ну, как бы в целом для здорового общества это не так. То есть это... То есть как бы должно быть много вещей, которыми ты можешь гордиться. Например, предпринимателями, которые у тебя есть в стране. Например, не знаю, социальной сферой, которая крутая. Например, благотворительностью или благотворительными проектами. И спорт. Это как бы... Или там маркетологами, которые в твоей стране хороши. И мне кажется, что это как бы примерно равного порядка. Выделять только спорт, вот это такая советская идеология. Ну, то есть можно гордиться многими другими вещами тоже. И не обязательно как бы к спорту столько внимания. То есть спорт как раз... Там ключевой показатель — это сколько людей этим регулярно занимается. Вот это важно. А не то, насколько тут единственный человек, да, показывает высокий результат. Да, выигрывает золото, которое потом у него забирают. К сожалению. 8 стран и 50 городов. Сколько участников, а сколько последователей, учеников? Ну, всего суммарно около 30 тысяч человек занималось во всех наших проектах. Вот, если все города считать, все программы за 5 лет. В принципе, это не так много, как хотелось бы. Ну, естественно, есть куда стремиться. У нас есть цель 2% населения России вовлечь в спорт, связанный с выносливостью. Это 2,8 миллиона. Это к какому году? К концу 20-го. Вот. Пока столько не вовлечено. Но по нашим оценкам, в России видами спорта, связанными с выносливостью, вот наша тема, то есть бег, плавание, велоспорт, триатлон, беговые лыжи, 5 направлений, которые у нас есть, регулярно занимается не более 250 тысяч человек. 250-300 тысяч человек. По всей России? 250 тысяч. Ну, занимается спортом, в смысле участвовать в каких-то мероприятиях. Это тоже важно понимать, что, например, если человек... ходит, ну, там, не знаю, раз в зиму по лесу на лыжах там и снег с елок сбивает палками, то мы не учитываем этого человека. То есть как только он поставит цель, например, принять участие, не знаю, в 10-километровом лыжном заезде, то мы сразу же его учтем. То есть это становится уже, ну, каким-то спортом. Любительским, но спортом. То есть должна быть конкретная цель? Ну, не то, что должна быть, но мы как бы... Опять же, это наша философия, что когда у человека есть цель... то, во-первых, у него появляется смысл, зачем ему всем этим заниматься. Потому что если нет смысла, то, проснувшись вот с утра, например, можно задаться вопросом, а зачем вот как бы мне идти на тренировку? Может быть, не ходить сегодня? Если у тебя нет ответа «зачем», то, ну, очень велика вероятность, что ты выберешь не ходить. Вот. Ну, или человек выберет. И если он так выберет 1-2 раза, то потом уже и не пойдет. Вот. Как только у него появляется цель, появляется смысл. Вот. А цель может быть любая. И вот это как раз тот весь большой наш разговор, который про профессиональные цели. То есть, а у нас, когда человек, ну, как бы с человеком разговариваешь по поводу спортивных целей, у него чаще всего возникает в голове там Олимпиада, и он понимает, что это не про меня, я вообще не спортсмен. Там, нужны большие вложения. Да, ну да, типа это вообще вот я не такой, там, это профессиональный спортсмен. И вот как раз поменять это мировоззрение, что как бы если у тебя есть тело, то ты спортсмен. Все, это уже достаточно. И ты можешь поставить цель. Ты можешь пробежать полумарафон Вятские холмы. Там, не знаю, ты можешь пробежать 10 километров. Ты можешь пробежать 5 километров. Ты можешь поставить цель, не знаю, за месяц пробежать 100 километров суммарно, например. Все, и как бы в этот момент ты уже становишься, ну, в кавычках, там, спортсменом. Ну, а на самом деле без кавычек. То есть вот во всем мире как бы человек становится просто спортсменом без кавычек. Ну, вот. И когда у него есть цель, то тогда ему гораздо легче найти мотивацию и вставать пораньше, и на тренировки ходить, и вписывать это в свой график, и других людей вовлекать.
Вот. И поэтому, ну, таких людей, по нашим оценкам, 250-300 тысяч, не больше сейчас в России. Угу. Из 145, ну, 140, там, 1 миллиона. Ну, ждем с этого года и 2%. А цель, насколько я понимаю, должна быть выстроена по системе SMART. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это напрямую перекликается с бизнесом? Ну да. Стратегией. И это, кстати, собственно, то, почему мы тоже там в спорте вовлекаем людей в конкретные цели. Потому что когда человек эту цель... что такое SMART, да, условно упрощая, это некоторая конкретная и ограниченная по времени задача. Например, пробежать 10 километров к концу этого месяца. Пробежать 10 километров без остановки к концу этого месяца. Все, отличная задача. Вот, сейчас только 9 декабря, до конца месяца еще 21-22 дня. Вот. Можно возражение, вполне... как покрытие ледяное на дорожках, принимается? Мороз. Но это от кого? То есть это же человек сам себе ставит такую цель. То есть если он сам себе поставил, то от кого возражение? Это он... как раз он поставил цель, и он начинает искать способ. Ну, окей, дорожки ледяные, значит, в манеж надо идти. Вот манеж в Кирове есть. Там, не знаю, в манеж не нравится, ну, значит, ищи не ледяные дорожки. Ну, то есть, как только у тебя появляется цель, то сразу же мозг начинает искать какие-то пути решения. Как только человек как бы переживает вот этот опыт, то он может переложить этот опыт на любые другие области жизни. Он начинает думать, блин, так если я могу, например, поставить цель пробежать 10 километров, хотя я никогда не мог пробежать километр, там, не знаю, позанимался сейлоранинг и пробежал 10 километров, то, может быть, я и в других областях жизни тоже так могу, не знаю. Дома, например, там, не знаю, баню построить, вот я, там 10 лет я вот думаю, там, может, поставить цель баню построить, и все, он начинает, или там в бизнесе там то же самое, может быть, там поставить цель, там, не знаю, еще один магазин открыть, там, ну и так далее. И все, и жизнь начинает работать. Собственно, в этом вся фишка. Давайте поговорим о вас. Потому что, насколько я поняла из прочитанных мной интервью ваших предыдущих, вы очень сильно поменяли образ жизни и стали ставить цели примерно 10 лет назад, да, это произошло? Ну, примерно. То есть, если про спорт говорить, то я решил пробежать марафон, это было в 2008 году. Ну и, собственно, меня это как-то так вдохновило, что можно поставить цель. Как вам пришло-то в голову? Ну, мне пришла в голову другая цель. Я вообще как бы хотел на Эверест сходить, ну и до сих пор планирую. А марафон как бы стал промежуточным. Подготовка. Да, ну так вот затянуло промежутки. Как вы поменяли свой образ жизни? И совет слушателям, как собраться с мыслями на самом деле и захотеть что-то поменять? Ну, как захотеть, я не знаю. А как собраться, ну, опять же, вот придумать какую-то интересную задачу. То есть я убежден в том, что как только человек придумывает для себя какую-то интересную задачу личную, то, ну, дальше уже все, ну, можно найти способ. Если ты ничего для себя интересного не придумываешь, то, конечно, это скучно и грустно. Поэтому вот в Эловранинг, например, мы... То есть у нас весь концепт там беговой, ну, или в свиминг, там, в плавание, он устроен как раз на том, что мы как бы предлагаем людям интересные задачи. То есть, ну, в Москве, я не знаю, в Кирове делаете это или нет, в плане плавания мы стартуем сейчас подготовку к заплыву через Босфор. Это пролив в Стамбуле, 6,5 километров. Из Азии в Европу. То есть можно взять и переплыть Босфор. Ну, это же интересно. Ну, то есть это же прикольно. То есть ты, не знаю, сидишь, работаешь, и потом, вау, ничего себе, через Босфор. А я смогу? И мы говорим, сможешь. Мы подготовим, все сделаем, полгода будешь тренироваться и переплывешь. Опыт есть, там, 3 года уже мы это делаем. Там, я 3 раза переплывал Босфор и нормально живой. Вот. И вот как только у человека появляется такая, ну, как бы идея, вау, ну, то есть могу Босфор переплыть. Или Волгу, например, в Нижний можно переплыть тоже. Там, допустим, 3 километра или 5 километров дистанции. Переплыть в Волгу, ничего себе. Вот. И вот он сидит, ну, то есть, там, не знаю, в офисе, ему 40 лет, допустим, да, и он, как бы, и к нему прилетает эта идея, что можно переплыть в Волгу, и не когда-то там через 10 лет, а вот прям через полгода взять и переплыть 5 километров. Ну и все, если это его как-то зажигает, ну, где-то внутри, он, ну, а дальше очень важно, как бы,
взять это как свою цель и сказать, что все, теперь я плыву через Волгу. Вот как только он это скажет, то жизнь начинает абсолютно по-другому работать. То есть ты начинаешь искать способы, а как лучше тренироваться, а где тренироваться, ну и так далее. Ну, вот. Как раз хотела рассказать про Елену Корнилову, которую вы, наверное, знаете. 3 года назад девушка совершенно не умела плавать, то есть вот уровень по собачьей. За 6 месяцев тренировок, насколько я понимаю, она как раз Босфор и переплыла. То есть ей потребовалось всего 6 месяцев на это. И вот 3 года, и она переплывает Гибралтар. Ну да, но это как раз она к нам пришла в Москве в I Love Swimming, то есть она пришла на первый уровень по плаванию, то есть для новичков учиться плавать кролем. Ну, вот, ну, ее это завлекло, да, она поставила цель потом Босфор, и потом поставила цель Гибралтар. За 2 года она, кстати, до Гибралтара, по-моему, дошла, если я не ошибаюсь. Гибралтар, тоже, чтобы слушатели понимали, это 17 километров. Вот, то есть это достаточно приличная дистанция. Причем мне рассказывали, насколько ей тяжело это все далось, когда она еще Босфор переплывала. Не ожидала она, что ее будет укачивать. То есть она, переплывая Босфор, слышали, да, эту историю? Ну, не была готова. Не приняла необходимое, да, вот как раз лекарство это называется, да, не ну, помню, да. Как драмина. Называется. Да, да, драмина, чтобы как раз не укачивала. И вот постепенно шла-шла и вот дошла до того, что переплыла. А вы не в курсе, случайно, ее дальнейших целей? Вообще цели когда-нибудь заканчиваются спортивные? Ну, у кого как. С жизнью могут заканчиваться вместе. Ну, это самая уважительная причина, пожалуй, да? Я, честно говоря, точно не помню. Но Лена, да, но она Ла-Манш собирается переплыть, это там железно. Не знаю, в каком году, правда. Вот. А Ла-Манш это сколько километров? Ла-Манш это в районе 30, 31-32. Вот, да. Но там как бы дистанция все время разная получается, потому что там отлив как бы и прилив, и там люди плывут как бы не напрямую с точки А в точку Б, а такой вот параболой двойной. Вот, и суммарная дистанция может получаться и 40, там, и 45, и 50 километров. Ну, это прилично. То есть Ла-Манш — это такой челлендж, который... То есть это для, условно, Ла-Манш в любительском спорте — это как Олимпийские игры в профессиональном. Максим, вот у вас сколько времени прошло с момента осознания того, что вы хотите пробежать марафон, до того, как вы пробежали марафон? Сколько вам потребовалось? Потому что тогда еще не было школы I Love Running, насколько я понимаю. Да, то есть самостоятельно. Не было. Самостоятельно. Но год примерно я готовился. То есть я решил, что побегу. Я выбрал тот, который мне нравился. И до него как раз оставалось около года. Ну и все, и год. Я читала, что 10 километров вы довольно быстро одолели, там буквально за месяц. Да, 10 километров за месяц это вообще это любой человек одолеет. Ну, при правильном подходе. Там, на самом деле, в том числе, почему идея со школой I Love Running появилась, потому что я, когда сам к марафону готовился, я наступил на достаточно большое количество кораблей, вот, на которые лучше не наступать. То есть там это может быть связано с травмами и там, с перегрузками. Ну, просто когда ты не разбираешься в предметной области и начинаешь сам там думать, что да, ничего сложного, то это вот приводит к... проблем. Ну, или может приводить, скажем так. За эфир мы обсуждали о том, что учениками школы I Love Running являются как руководители предприятий, руководители бизнеса, так и те люди, которые являются, ну, собственно, их подчиненными. Каков процент взаимоотношения этих категорий населения? Ой, ну, мы так, честно говоря, не считаем. То есть руководителей, не руководителей. Но у нас разные. У нас есть там среди наших учеников и абсолютно там свободные от работы люди, там, фрилансом занимаются, или там творческих профессий. То есть, руководители, ну, есть руководители сами себя. Да, есть руководители там больших компаний, есть руководители небольших компаний, есть не руководители. Ну, то есть, единственное, что всех их объединяет, то, что в какой-то момент каждый решил, что классно поставить перед собой новую цель. Ну, вот это их всех объединяет. А дальше они уже вместе. Мы корпоративные вещи делаем. Мы делаем корпоративные программы, когда внутри компании собирается команда, например, там, беговая. Ну, мы ее... Как пример со Сбербанком.
Ну, со Сбербанком, не только, да, с большим, там, с Вебом, с тем же, там, с Home Credit Bank, если мы банки берем. Когда мы проводим там ряд мероприятий внутри компании, как раз вдохновляя людей на то, что можно поставить цели, можно делать это вместе, там, тренироваться вместе. Ну, потому что это объединяет же еще, когда ты тренируешься вместе со своими коллегами два раза в неделю, допустим. Да? У нас есть шутка, что когда ты после того, как ты увидел своих коллег в этих спортивных трусах, то жизнь уже не будет прежней. Ну, то есть, как бы градус отношений, он всегда как бы снижается. Ну, то есть, если ты вместе тренируешься с человеком, там вместе потеешь, не знаю, вместе делаешь интервалы, и потом вместе там упражнения на пресс, то потом, когда вы на следующий день возвращаетесь в офис, то, конечно, гораздо проще там с ним договариваться, обсуждать что-то, чем когда вы абсолютно дистанцированы и... Ну, а в Москве в больших компаниях иногда люди вообще знают друг друга только по адресу имейла, то есть они вообще не видели лично. Тут они лично встречаются. Это то, что называется командообразование. Ну да, это можно назвать командообразованием таким абсолютно естественным, как бы не притянутым за уши в виде там каких-то игр, да, а абсолютно естественным. Это процесс, там он может идти полгода, например. У нас есть компании, которые... тренируются с нами, например, там, длительным заплывом там, через ту же Волгу. Они тренируются на протяжении полугода или там, 9 месяцев. То есть это уже становится вообще частью корпоративной культуры. Вот, что в компании так принято, что люди куда-то тренируются. И поэтому, когда приходит новый сотрудник, они у него спрашивают, а ты к чему будешь готовиться? А он не понимает, он говорит, в смысле, к чему готовиться? Я же типа работать пришел. Они говорят, ну работать это понятно, а вот тренироваться ты к чему будешь? Вот. И это становится частью корп-культуры и вот, объединяет людей. У нас в Кирове есть два прекрасных примера. Это, во-первых, Сбербанк, когда Константин Подвальный, руководитель кировского отделения, пообещал своим коллегам, своим подчиненным о том, что он преодолеет, насколько я помню, 10 километров, если не ошибаюсь, как раз на Вятских холмах вроде бы он это сделал. И есть еще замечательный пример компании «Нанолек», которая базируется в Москве, но в Кирове прекрасный завод и хороший, очень дружный коллектив. Они довольно большой командой, 20 человек, если не ошибаюсь, в этом году на Вятских холмах преодолели вот все возможные дистанции, то есть 3, 10 и 21 километр. Супер. И есть у нас в Кирове еще снаружи незаметная компания, это группа компаний «Культура гостеприимства». Собрались они командой 40 человек. Это официанты, это повара, у них сеть кафе, ресторанов по городу Кирову. Так вот вместе пробежали замечательные. И руководил ими как раз их директор, да, и всех собрал под свое крыло. Все отправились, побежали за добрым. Ну да, вот такие примеры, то есть, что на этом можно строить корпоративную культуру. Ну и в целом, там, с точки зрения работодателя, это достаточно интересная тема, потому что ну, через такого рода активности повышается бренд работодателя. То есть, ну, там, люди с меньшим желанием будут менять работу, например, там, они с меньшим желанием будут уходить. То есть, условно, те факторы, которые раньше влияли, там, не знаю, чуть больше зарплата в другом месте, да, ну, не факт, что человек уйдет за эту чуть большую зарплату, если здесь он там в коллективе единомышленников, там, с интересными целями и так далее. То есть, там, не все же деньгами меряется. Ну, и так далее. Вот, поэтому, ну, да, спорт как часть корпоративной культуры, это достаточно популярная, ну, и хорошо работающая тема. Насколько я помню, в 2015 году вы ставили себе цель преодолеть пролив Кука. Получилось? В 2015 нет, мы в следующем году его преодолеваем. Ага, то есть все, это уже будет точно. А сколько там километров? 31. А у вас в Wild of Running есть своя команда? Команда? Ну, сформированная, да, кто, собственно, эти проекты и делает. Пролив Кука, в смысле? Конечно. Я имею в виду вообще Life Running, Life Cycling, вот, вот все вот эти проекты. А, ну да, ну у нас сейчас да, мы даже, да, даже объединяем это все. У нас есть I Love Supersport, это такой зонтичный бренд, который объединяет все направления. Running, Swimming, Cycling, Triathlon, Skiing. Ну, вот их пять. Ну плюс в Москве у нас еще есть шестое направление Health, это спортивная клиника медицинская. Вот, этим мы тоже занимаемся. Расскажите, пожалуйста, про клинику. Что там такое? Ну, там консультации, ассессмент и помощь людям, в, если они попали в сложную жизненную ситуацию, там, в виде травмы или чего-то еще.
А, насколько я знаю, сейчас в некоторых медицинских центрах есть такая услуга, как фитнес-чекинг, то есть проверка здоровья людей относительно того, могут они заниматься этим видом спорта, либо не могут. Насколько это вообще допустимо реально, что вот есть у человека какие-то проблемы, но он хочет бегать, он может это преодолеть? Да. Ну, это есть. Как раз, mm-hmm. то есть, почему мы сделали это health. Это вы тренируете, наверное. Да, почему мы сделали health, потому что спортивной медицины, ориентированной на любителей, в России нету, то есть, не существует как вот класс пока. То есть, это, несомненно, будет появляться. То есть, у нас есть спортивная медицина, ориентированная на профессиональных спортсменов, и то, там, в этой спортивной медицине профессиональных спортсменов, в основном, там, западные специалисты работают, а не наши. И, на любителей нет, то есть, если, например, мы с вами там занимаемся, тренируемся, и в какой-то момент возникает какой-то медицинский вопрос, и если пойти в обычную клинику, там, не знаю, частную, государственную, неважно, к врачу, который не разбирается в спорте, то с высокой степенью вероятности там вам скажут: не бегай, там, не знаю, не плавай, не надо, отдыхай, вот, поспокойней, гуляй в парке, там, и так далее. Вот. А это, не наш вариант. Вот, то есть, как человек хочет бегать. Вот. Если хочет, значит надо бегать. Ну да, надо найти способ, как это сделать. Но там это много... опять о чем мы говорили, да, то есть постановка целей и нахождение методов достижения этой цели, несмотря ни на что. Ну да, но там целый, я вам могу, там, знаете, примеров привести миллион, которые послужили причиной, почему мы решили открывать свою клинику. Например, человек как на бытовом уровне получил травму, не знаю, там, ахиллово сухожилие, это не связано со спортом, то есть не спортивная травма, но при этом человек спортивный, у него есть цели, в виде марафона. То, как ему наложат гипс или вообще какую-то фиксирующую лангету в обычной больнице, с вероятностью 99 из 100 приведет к снижению мобильности этого сустава в будущем. Потому что врачи, которые это сделают, они, их цель там не навредить, перестраховаться 200 раз и так далее. Вот. А если человек хочет в дальнейшем там бегать, например, особенно участвовать в каких-то трейловых забегах, где требуется подвижность голеностопа, то все, то есть можно ставить крест на его спортивной, условно, карьере. А если обратиться к спортивному врачу, который разбирается в этом вопросе, то, скорее всего, там и гипс будет наложен по-другому, и он будет там каждые 3 недели менять положение, его будут новый делать для того, чтобы мобильные суставы сохранить. То есть, другое мышление, ориентированное на спорт, ориентированное на активный образ жизни, ориентированное на то, чтобы человек там и в 60, и в 70 лет, например, мог там продолжать бегать или продолжать регулярно тренироваться. В классической медицине этой ориентации вообще нет. Поэтому мы решили делать сами клинику, в которой эта ориентация есть. Поэтому к нам, например, мы сейчас в пилотном режиме пока работаем, к нам за консультацией приходят люди, которые, не знаю, получили травму или там у них есть какое-то там перегрузочное состояние, они не знают, что с этим делать. В обычной клинике им сказали, что все, завязывай там. А на самом деле, конечно, не надо завязывать. Надо просто с умом подойти к процессу восстановления и бегать еще там всю оставшуюся жизнь там до 90. То есть делаем вывод, что правильный спорт, любительский, если он под контролем нескольких специалистов, если он сопровождается правильными советами, может в значительной степени улучшить здоровье, продлить жизнь. Бинго. Всемирная организация здравоохранения, которая как раз здоровьем людей занимается, там все их отчеты, они все заканчиваются этим манифестом, который вы только что сказали. Яблочко. И еще хотелось бы добавить, наверное, что спорт, помимо здоровья, он еще меняет сознание людей. Конечно. В какую сторону, каким образом? Мне кажется, что спорт добавляет очень важную и так необходимую всем нам и нашей стране категорию, которая называется ответственность. Ответственность в смысле, что я сам ставлю цели, а не кто-то их ставит за меня. И второе, что я сам к ним иду и ищу пути решения, а не причины, почему это не сделано. И если прям супер глубоко копнуть, то меня вся наша тема со спортом, с любительским спортом, с целями и с тренировками вдохновляет как раз благодаря тому, из-за того, что это невероятная возможность повысить уровень личной ответственности людей.
за свою жизнь, в первую очередь. А когда человек ответственность за свою жизнь берет на себя, то уже он может там и пошире взять ответственность. А когда это будет, то мы будем жить в другой стране. Как же это все взаимосвязано? Ответственность за себя, ответственность за свой дом, за свой город, за свою страну. Угу. Вот, очень хорошая тема. Максим, спасибо, что сегодня были с нами. Надеемся, что вы к нам в Киров еще приедете. Встретитесь не только с... Вятские холмы. Вы даете обещание? Нет. Когда будет Вятские холмы? Ну, ближе к делу еще посмотрим. Ну, вот, тем более. Тогда ждем вас снова к нам в гости. Спасибо. Хорошо, если выступите еще с лекциями, с какими-нибудь, на массовую аудиторию, не только на учеников вашей школы. Вот, спасибо, что пришли. Здоровья вам. И вам тоже. Спасибо. Хороших спортивных целей. Спасибо. До свидания. С верой в спорт.